напитки и шейки. Добро пожаловать. И меня зовут Лазло. Сочетание винограда с клубникой просто божественно. Мы используем их, чтобы приготовить напиток «Розочка». Помещаем виноград в соковыжималку. Кстати, мы заготовили немного сока про запас. Теперь я добавляю клубнику. Этот напиток я также советую в качестве очистителя организма от вредных элементов. Он обладает прекрасным взбадривающим эффектом. Отлично. Наливаем нашу смесь в стакан. Розочка, 200 граммов клубники, 100 граммов зеленого винограда, лед. После розочки, думаю, нам следует приготовить что-нибудь зеленого цвета. Пусть это будет энергетический напиток с киви. Сначала помещаем кусочки очищенного нарезанного киви в машину. Отлично. Теперь добавим немного имбиря. Получившуюся смесь мы нальем в высокий стакан, который будет наполнен льдом. Готово. Наливаем киви в стакан. Хорошо. И остается долить стакан минеральной водой доверху. Это любимый напиток моих детей, и как только я готовлю его, он моментально выпивается. Надеюсь, вам он тоже придется по вкусу. Киви содовый. 2 очищенных киви, имбирный корень, лед, минеральная вода. Все мы любим сладости, и, честно говоря, я тоже питаю к ним некоторую слабость. Хочу предложить вам рецепт одного бананово-ананасового шейка, который прекрасно заменит вам любые сладости. Положим в миксер несколько сочных, спелых бананов. Нарежем несколько кусочков ананаса. Немного лимонного сока. И зальем все это 300 миллилитрами молока.
Поместив все компоненты в миксер, тщательно их перемешаем. Примерно так. Получилось настоящее пенное чудо, не правда ли? Насладитесь этим бесподобным вкусом. Банановый шейк. 2-3 кольца ананаса, 1 банан, 300 мл молока, сок половины лимона. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к лактозе коровьего молока. Сейчас я постараюсь порадовать их рецептом напитка на основе соевого молока. В его состав входит яблоко, слива, и соевое молоко. Все ингредиенты должны быть перемешаны в миксере. Замечательно. Рекомендую попробовать. Соевый шейк.